далеком 1844 году Бородинский Евгений Абрамович путешествовал по Европе и, посетив Неаполь, знойный климат Неаполя очень пагубно повлиял на его здоровье, у него случился припадок. И на следующий день он скоропостижно скончался. В память об этом великом русском поэте я хочу прочитать отрывок его стихотворения «Бокал». Полной влагой искрометной зашипел ты мой бокал, и покрыл туман приветный твой озябнувший кристалл. Ты не встречен, братьей шумной, бурных оргий властелин. Сластолюбец, вольнодумный, я сегодня пью один. Чем душа моя богата, все твое, о друг Аин. Ныне жизнь моя не сжата, и свободны сны мои. За струею вдохновенной не рассеян данник твой, бестолково оживленной разногласою толпой. Мой восторг неосторожный не обидит никого, не откроет дружбе ложной тайн счастья моего, не смутит глупцов ревнивых и торжественных невежд излиянием горделивых святых моих надежд. Вот теперь со мной беседуй, своенравная струя, упоение проповедуй и отравы бытия. Сердцу милые предания благодатно оживи, или прошлые страдания мне на память призови. И один я пью отныне, не в людском шуму пророк, в немецствующей пустыне обретает свет высок, не в бесплодном развлечении общежительных страстей, в одиноком упоении мгла падет с его очей. Спасибо.